Мистер Бист. Какой-то ноунейм с 250 000 подписчиков. И сегодня я задумался, смогу ли я записать такие видео, как снимает он, но с меньшим бюджетом. В миллион раз. Смогу ли я, например, записать такие видео, как «Кто последний выйдет из круга» или «Мистер Бист ослепил 1000 О! Нам нужно вырезать круг, который ты будешь класть. И не слишком большой. Так. Я не умею вырезать. Маникюрные ножницы. Я взял первый попавшийся. Вы понимаете, маникюрные ножницы просто удобнее. Они просто как круг режут идеально. Ну да, там. Вот наш подопытный. Вот круг, в который должен будешь уместить. Так. Вот этот круг. Скажи, когда начнем. И? Все, ты можешь начинать. Время пошло. Ой, а можно здесь круг оставить? Можно, он чуть полежит 5 минут. 5 минут, и мы уберем круг. Охраняй круг, Даня. Я охраняю, это мой круг. В первую очередь я ставлю это, чтобы башенка у меня какая-то была. Что? Стоп, оно помещается? Оно поместилось. Йоу, ты гений, мужик. Зачем тебе нитки, бро? Ты увеличил круг. Так, охраняй круг, мужик. Он чертов гений, он увеличил круг. Барни? Он взял Барни. Вот такой, вот это тебе бюджет есть? Да все, бюджет бесконечен. Ну ты понимаешь, если все упадет, ты все потеряешь. Бро, все потеряешь. Минут? Две. Ты пошел за чипсами? А как ты будешь балансировать чипсами, мужик? Как ты собираешься это сделать? Кола. Блин, это же типичный завтрак школьника. Остается одна минута. Остается одна минута. Ты уронил что-то. Данил Фетисов перепрят. А, черт. Он балансирует этим. Ты что, гонишь? Обалдеть. 14 февраля скоро? Нет. Упадет, и ты все потеряешь. Все. Нифига. Все, время закончилось. Что если подуть на Пизанскую башню? Нет, не нас. Не нас. Все, ты победил. И ты поел на... Там что-то уже 2000, ты что гонишь? 4, ёб твой. Конечно, просто так я бы не смог оплатить эту сумму. Но слава богу, у меня нету спонсора сегодня. Офигенно. Так, ну мы правда можем организовать плитки. Короче, объясняю. Мы взяли 4 плитки на полу, мысленно. И кто последний выйдет из этого квадрата, выиграл. Да, это не круг. Я написал в Телеграм, где я буду снимать. Мы находимся возле геймпарка, вход номер 1. И сейчас будет сниматься видео вселенского масштаба, где вы нужны. И пришел он. Глеб. Подписчик здесь, участники, вы в сборе? Очень рады, ребята. Да. Так, ну что, мы начнем? Кто последний выйдет из круга, получит что? Так, вы мне нужны, отойдите из круга на секунду. Кто последний выйдет из этого квадрата, получит 1000 рублей или... Мистери Букс. Так, все, теперь я забираю. Ты прикинь, либо 1000 рублей, либо Мистери Букс. Ничего себе. Так, все. Давай, очки обратно. Все, заходите. Вот это, вот эти 4 плитки. Все, нельзя наступать. Сами знаете куда. Так, ладно, начнем челлендж. Первый челлендж. Встаньте на одну ногу. Выше, выше. Кто первый опустит ногу, тот вылетит. Кто опустит первый, тот наказание просто получает. Попозже тебе попросят. А вот это вы узнаете чуть попозже. Только не коснись! Не коснись! Не коснись линии! Господи, как же ты близок! И Костя то. Ой! Я танцую! Ты, по-моему, коснулся линии. Неправда. Костя получает наказание. Ты должен выкрикнуть... Мистер Бист, я люблю тебя. Подожди, подожди, я отойду. Можешь
можете уже опускать ноги. Как... Я же вылетел уже через. Не-не-не, ты не вылетел, ты что, это было наказание. Так, как ты думаешь, кто выиграет сегодня деньги, либо приз секретный? Там может находиться все, что угодно. Например, ключи от машины. Ты. Нет, Костя, как ты думаешь, кто выиграет сегодня приз? Я. Как думаешь, кто сегодня выиграет? Самоуверенно. Я себя ненавижу. Следующий челлендж. Сейчас вам предстоит сыграть камень, ножницы, бумага. Кто проигрывает, тот вылетает из нашего челленджа. Он сказал ура. Первые ножницы, разумеется. Так, на счет три. Вы готовы? Да. Погнали. What the hell? Нет! Нет! Игорь! Это Глеб! Ой! Глеб, нет! Что ты хочешь сказать на прощание? Я никак не мог повлиять на это. Так случилось. Ну, было весело. Что ты можешь сказать про Глеба? Ну, удачи, что еще? Не, ну Глеб единственный, кто пришел, надо им дорожить было. Конечно. Ты какой-то борзый. Можете отпиздить. Все, спасибо, Глеб. Удачи. Спасибо, что пришел. Выходи из квадрата. И квадрат сужается до прямоугольника. Эти два круга. Только в них можно стоять. Нельзя толкаться. Помните, нельзя толкаться. И теперь прямоугольник. Это квадрат, только один. Смотрите, сейчас у каждого из вас будет выбор. Забрать деньги или поделить пополам со своим другом. И каждого я спрошу, если вы выберете мама оба святого. Поделить... Ладно, подходи. Мама вот святого. По итогу вы оба выбрали разделить! У-ху! Вы официально можете выйти из круга. Ну и что же вы оба выбираете? Мистери бокс, либо же деньги. Что вы делите? Там может быть ключи от машины, может быть... Чтобы разделить по факту мистери бокс. Нет, можете, поверьте мне. Там может быть... Если там машина, то я дарю вам две машины. Мне больше нравится два. Мистери бокс. Вы готовы посмотреть, что же в мистери боксе? Да, мне очень интересно. И поехали. Вас совершенно спокойно в мистери боксе могло ничего не быть. Но это и мистери бокс. Кто там ржет на заднем фоне? Это кенты. Так, следующий челлендж. Я куплю машину первому, кто найдет меня в торговом центре. Все-таки весь бюджет этого ролика ушел лишь на это. Женщины полуголые. Вот это имба, они меняют цвет в воде. Реально? Да. Я всегда такую хотел, когда мне. Может быть. Тебе купить? Извините, а сколько стоит каждая машинка? 169. Да хер тебя, а не машина. Так, купим Бэтмобиль. Я всегда хотел Бэтмобиль. Ладно, давай для... Машина моей мечты, я ее беру. Ладно, давай я для кадра тебе сделаю, типа, я богатый. Ладно, так уж и быть, эти машинки стоят не так дорого, поэтому я беру тебе новую машинку, держи. Ладно, спасибо, Слава, теперь у меня будет две машинки. Да, пожалуйста. Так, мы купили машинку, господи, какие же мы крутые, йоу. Слава, спасибо большое, что подарил мне машинку. Да не за что. Я же мистер Бист, чувак. Подпишитесь на канал. И вы тоже встанете на его место. Ну а подписчику я купил вот такую машину. Я бюджетная версия мистера Биста. Сейчас мы дадим местоположение и подарим первому, кто меня коснется, эту машину. Сделайте, пожалуйста, эдит с этими машинками. Ладно, бро.
эту машину, эта машина достается тебе. Вау. Это надо было бы убрать. Все, пошли хавать.